Добрый день, мои друзья. Сегодня родился замечательный человек, Ирина Александровна Романовская. Ее старания, трудолюбие, любовь играть в большой теннис, наверное, сказывается все от военного воспитания. Я очень большую хронологию сделал в жизни. И у всех военных мужчин в основном дочерья называются именем Ирины. Ирина как олицетворение мужества их родителей складывается в детях. Это четкие, знающие цель, идущие по прямой линии люди. В этот прекрасный день желаем, Ирина Александровна, вам крепкого здоровья, вашему ребенку, вашей семье, чтобы все в этой жизни было настолько прекрасно, насколько как лучший ваш турнир сыгранный, как с тем человеком, с которым вы хотите играть в большой теннис, чтобы жизнь принесла столько радости, как самая красивая игра. Игра, когда ты побеждаешь, и это красиво. Игра, когда у тебя сильный соперник. Игра, когда ты получаешь призы. Все это желаем вам сегодня, чтобы исполнилось. И каждый день до следующего дня рождения жить в таком настроении. Успеха, здоровья, благополучия 1 декабря, Ирина Александровна.